неделю. Здравствуйте. Обзор на iPhone 12 на 128 гигабайт. Телефон полностью рабочий, не скрывался, не разбирался, не чинился. Face ID работает, TrueTone работает. По комплектации идет только телефон. Соответственно, задняя крышка разбита, как и указано в описании. Боковые грани счесаны немного. На экране есть небольшие потертости. Вот стараюсь под светом вам показать их. Опять-таки, если защитное стекло клеить, вообще их будет не видно. Сеть видит. К Wi-Fi подключен. Модуль Bluetooth. Также рабочий. Устройство находит. TrueTone имеется. Фонарик на камере работает. Камера рабочая. Ширик на камере также рабочий, без каких-либо дефектов. Портретный режим продемонстрирую вам. Портретный режим также рабочий. Микрофон на камере работает. Выбор сети, как видите, симку видит. Аккумулятор 91%. Face ID, давайте настроим Face. Face работает. Вибрация также срабатывает. Кнопки громкости у нас работают без каких-либо дефектов. Кнопка беззвучного режима работает. Давайте зарядку подключим, протестируем. Зарядочку видит, заряжается, естественно. Вот еще раз внешнее состояние. По факту проблема только в корпусе. То есть так телефончик полностью рабочий, сброшен до заводских настроек. От iCloud отвязан. Wi-Fi работает, Bluetooth работает, свет работает, звук, вибрация также работает, Face ID работает, TrueTone работает, аккумулятор 91%. Вкратце все рассказал вам. И еще раз говорю, телефончик без комплекта. Полностью рабочий, не скрывался, не разбирался, не ремонтировался. Но единственное, немножко упал на заднюю крышку.